Раскрыть суммы, возвращенные из офшоров, потребовали депутаты. С соответствующим запросом на имя премьер-министра и генерального прокурора обратился мажилисмен Азат Перуашев. По его мнению, общество имеет право знать, сколько денег вернулось в экономику Казахстана в ходе легализации и какая часть из них взыскана принудительно. Депутат напомнил, что в прошлом году в Генпрокуратуре сообщали, что за последние 10 лет объем выведенных средств составил 100 миллиардов долларов. Кроме того, Азат Перуашев отметил, что незаконно выгнанные деньги из государства имеют коррупционное происхождение. По данным Нацбанка, валовой отток прямых инвестиций за границу за последние 10 лет составил около 113 миллиардов долларов, из которых по подсчетам Forbes Казахстан 58 миллиардов долларов уплыло в офшоры. И все это только официальные переводы. Об объеме теневых выводов мы можем только догадываться.